И всем привет, уважаемые зрители, это Cast Comparison, and I compare фильмы, то есть я буду сравнивать фильмы, вот, и я еще все болею, то есть вы не слышите, как у меня голос поменялся, вот фотоаппарат что-то вот переделывает, вот, но на самом деле у меня голос заложен, вчера был пипец, поэтому я вчера видео ничего не добавил, потому что был вчера пипец, ну давайте уже сравним фильмы, не будем говорить о плохом. Вот, и, значит, я как бы здесь, так, ну, посмотрим, что здесь можно сравнить. Вот, хотя я еще здесь сравнить, значит, давайте посмотрим, что. Вот, фильмер выглядит вот именно вот так. Вот здесь пись написано, то есть он как бы наполовину хиппи получается. Он там в мультике с топливом как бы работает, вот, всякие придумывает топливо, всякое, и здесь лав, то есть, да, вот хиппи, вот такой интересный персонаж в мультике, вот, и у меня их всего три, и, как вы видите, я могу сравнить только вот эти, но вы скажете, наверное, как это, потому что, видите, здесь он как бы как обычно выглядит, а здесь они прибавили, здесь такие, как бы, ну, здесь он пьет топливо, а здесь наушники, но похожи лицо, ну, как бы, здесь по-другому, а здесь вот такое вот лицо, вот, и тем более здесь наверху ничего нету, а здесь вот есть, то есть, кто-то как-то вот так странно сделали, давайте сравнивать, значит, значит, перед, ну, лицо немного здесь, нет, лицо ничего, глаза тоже самые, лицо ничего не изменяли. Вот, гольф, знак тоже не меняли, фары не меняли, то есть перед все одинаково. То есть получается здесь отличие в том, что здесь наушники, а здесь вот такие, так скажем, грубо бутылочки, и он оттуда пьет топливо. Вот, теперь бока, как бы везде бока одинаковые. Вот, здесь у него лав написано, здесь тоже, и здесь тоже, только здесь оранжевый, здесь желтый, здесь чуть другой желтый, оттенки разные, интересные они делают. Вот, и как вы видите, колеса тоже немножко там разные, здесь, то есть оттенки везде отличаются, тоже мне это очень нравится, как-то непонятно они делают. Сзади вы видите, здесь как-то так расплывчато сделано, вот, ну вам это не видно, мне это видно, а здесь наклеек больше, здесь чуть меньше, здесь больше. Вот, здесь вот такая, как, ну, не знаю, как страна, не страна, здесь вот что-то вот нарисовано, ну, короче, да, страна какая-то, а здесь этого нету, вот. Значит, про что я говорю, вот страна, вот, типа, ну, как бы, да, как страна, вот здесь есть, а здесь нету, вот. Теперь этот бок, значит, здесь везде написано «peace», вот, и опять оттенок, здесь как расплывчато, здесь бледно, здесь поярче, тоже как-то странно это все делается. Вот, дальше, что мы сравним, ну, цветочки, как бы здесь все отличается в том, что здесь почему-то все расплывчато сделано, здесь все бледно, здесь все ярко, как-то в этом есть отличие. Вот, и переходим теперь вот к такому положению, вот, первоначальному, так что это как бы не то, что как сравнение, а показать, как они вообще выглядят, ну и немножко сравнение, а вот здесь как бы почти все одинаково, да. Вот, значит, мне не понравилось то, что есть некоторые расплывчатые, есть ярче, бледнее, так что как-то вот так вот они решили сделать. Вот, и мне интересно, какой вам нравится фильмер, который без ничего, то есть без наушников и без этих бутылочек, или вам с наушниками, и с наушниками, или вам с этими бутылочками, так называемые. Вот, мне лично нравится с наушниками. Вот, и если вам понравилось видео, то можете подписаться, поставить палец, прокомментировать на это все. Всем пока, ребятки.